Аркадий Вайнер – знаменитый российский писатель, мастер детективного жанра, чье имя неразрывно связано с его братом Георгием. Именно в дуэте писатели создавали произведения, по сей день вызывающие искренний интерес читательской аудитории. Книги братьев Вайнеров, общий тираж которых составлял около 300 миллионов экземпляров, публиковались во многих странах мира. Успех произведений, которые сами авторы именовали психологической прозой с криминальным сюжетом, нельзя объяснить одной лишь любовью публики к впечатляющим погоням, громким перестрелкам и захватывающим интригам. Здесь имеет место нечто более глубокое – человеческие отношения, которые гораздо важнее лихо закрученного сюжета. Аркадий происходил из обычной московской семьи. Мама работала учительницей – отец – водителем и механиком. Не знавший толком грамоты, так как окончил всего один класс, он был прекрасным рассказчиком. Многочисленные отцовские истории братья Вайнеры использовали в своих романах. Своим сыновьям родители привили качества, которые очень помогли им в жизни. Самое главное наставление отца – в любых ситуациях всегда оставаться человеком. Детство Аркаши и Жоры пришлось на тяжелейшее военное время. В эвакуации в Самарканде семья голодала. Случай, когда мальчишки нашли на улице буханку белого хлеба, запомнился им навсегда. Мать потребовала выбросить хлеб, опасаясь, что он отравлен диверсантами. Но голодные дети не смогли устоять перед искушением. Прежде чем накормить младшего брата, старший, Аркадий, испытал хлеб на себе. Так родилось их братство, самое сильное чувство в жизни Вайнеров. Аркадий был настойчивым и целеустремленным. Школа была им окончена золотой медалью. Затем юридический факультет столичного вуза, работа следователем в одном отделении столичной милиции и должность начальника следственного отдела МУРа. По роду деятельности Аркадий Вайнер занимался расследованием самых разных дел – от мелких краж до жестоких убийств. И каждое из них он доводил до справедливого решения. Взятки не брал. Угрозы на него не действовали. За свою принципиальность трижды исключался из партии, что в СССР считалось смерти подобно. Писательской деятельностью Аркадий и его брат Георгий начали заниматься случайно. В 1967 году их приятель Норман Бородин в ходе возникшего спора на тему «Кем труднее работать, следователем или журналистом?» предложил братьям написать небольшое произведение, за которое пообещал отличный гонорар. Вайнеры приняли предложение и спустя месяц представили роман «Часы для мистера Келли», составивший в объеме 600 страниц. Произведение в несколько сокращенном варианте тут же было опубликовано сразу в двух журналах «Советская милиция» и «Наш современник». Огромный опыт и большое количество материала, накопленного за время следовательской работы, побудили Аркадия и Георгия, работавшего журналистом, на создание дальнейших произведений. «Петля и камень в зеленой траве», «Визит к Минотавру», «Лекарство для Несмеяны», «Ощупью в полдень», «Завещание от Колумба», «Гонки по вертикали». Также на счету братьев сценарии к фильмам «Я следователь», «Город принял», «Потерпевшие претензий не имеют», «Ночной визит», «Свидетельство о бедности», «Вход в лабиринт». Но самым известным произведением братьев, легшим в основу художественного фильма, стал роман «Эра милосердия». Предыстория экранизации романа такова – братья Вайнеры как-то при встрече с Владимиром Семеновичем Высоцким подарили знаменитому поэту и певцу книгу «Эра милосердия». Наутро в квартире Аркадия раздался звонок.
На пороге стоял Владимир Высоцкий. Он сказал, что за ночь прочитал роман и очень хочет сыграть Глеба Жеглова. С тех пор Высоцкий и Вайнеры стали друзьями на всю жизнь. Две из своих песен Владимир посвятил братьям-писателям. Станислав Говорухин, знавший роман наизусть, стал режиссером культового сериала с Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным в главных ролях. Помимо поисков банды «Черная кошка», державшей в страхе всю послевоенную Москву, красной нитью через произведение проходит история сложных взаимоотношений двух сильных личностей – Жеглова и Шарапова. Именно это пытались донести до читателя Георгий и Аркадий Вайнеры. Цитаты из кинофильма быстро проникли в народ. Самая известная из них, произнесенная хриплым голосом Володи Высоцкого, «Вор должен сидеть в тюрьме». Фильм, снятый в 1980 году, произвел такой фурор, что, согласно милицейской статистике, в часы показа каждой серии количество совершенных преступлений сокращалось в несколько раз. Аркадий и Георгий были истинными писателями-гуманистами. Они постоянно отвечали на письма из мест заключения, по мере возможностей помогали арестованным и даже сумели добиться освобождения нескольких незаконно осужденных людей. Позже Аркадий стал заниматься вопросами заключенных в более официальном статусе, состояв в комиссии по помилованиям. Полный огромных планов на жизнь, Аркадий Вайнер не успел полностью их реализовать. Помешала этому болезнь, затяжная и серьезная. Свое пошатнувшееся здоровье Вайнер скрывал ото всех. В апреле 2005 года, будучи на лечении в больнице, Аркадий Вайнер покинул ее стены с целью принять участие в открытии 7-го международного фестиваля фильмов детективного жанра «Детектив Фест». Со сцены знаменитый автор обратился к многочисленной аудитории со словами об уважении, к закону, окружающим и самому себе. Одним словом, со словами о достоинстве. На следующий день, 24 апреля 2005 года, Аркадия Вайнера не стало. В многочисленных интервью Аркадий Вайнер часто подчеркивал, что не только не писал по общепринятым писательским трафаретам, но даже не имел учителя, которому можно было бы подражать. Братьям Вайнерам удалось поднять детективный жанр на высоту настоящей литературы.